Здравствуйте, любители мобильных вещиц. Вот покажу вам телефончик. Телефон Nokia, копия Nokia. Называется он Nokia 6700. Правда, этот телефон на 4 сим-карты. Вот, корпус металл. Правда, наклеечки, видите, красные, это я уже сам наклеил. Тут крышка, аккумулятор, все дела. В этом телефоне есть телевизор, даже антенна есть. Полный обзор я сейчас не буду вам делать, но покажу, что реально здесь есть 4 оператора. Вот видите, UMC, Live, Kyivstar и Kyivstar. Слева здесь вот отображается, вот здесь слева отображается карточки сеть. Вот. 1, 2, 3, 4. Все 4 карточки работают. Аккумулятор, правда, у него держит, ну, скажем, при звонках, где-то если разговаривать час в день, то день хватает. Ну, конечно, надо с собой носить зарядку. Клавиши. С русским языком меню, скажем, не очень-то удобное, но тем не менее для телефона с 4 сим-картами это вообще бомба. Не надо 4 телефона носить в руках. И маленький вид телефона, вообще отлично. Что интересно, динамик просто сумасшедший, рвет аж, разрывает. Правда, вот написано даже про камеру 12 мегапикселей. Ну, конечно, здесь 12 мегапикселей нету. Тут, дай бог, чтобы 1 мегапиксель был. Вот есть в нем фонарик. Удобное включение. Даже камера с фонариком. То есть, если вы хотите посмотреть полный видеообзор, заходите на канал, подписывайтесь на канал и ищите такое же видео с таким названием «Полный обзор». Я вам покажу полностью про этот телефон. До новых встреч!